Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Марк и... Эйденч. Китаец, точнее. Ну и сегодня мы будем играть в какую-то карту, как называется. Phantom Stages. Вообще непонятно, что за карта. Я забыл выключить ВК, ну да ладно. Какая-то карта, короче, вот. Ну, тут был её... Хексагонико. Угу. Это какой-то итальянец, что ли, или что? Наверное. Тут просто итальянский флаг или какой-то. Это же итальянский, да? Или итальянский, или испанский. Нет, это не испанский. Испанский другой. Там... Ну, значит, сложно. Все, начнем. Вообще не в курсе, что за карта. Смотри, здесь есть 10 стадий. Мы должны добраться до золотой пластины. И завершить все стадии для победы. Угу. Го. У нас прям такой красивый портал. Первый уровень. И нам надо найти золотую пластину. Угу. Лерч. У нас большой сундук заблокирован. Тут не... Да ушел! Тут у нас кровать. Очень интересно. А как мы его должны найти? У нас все здесь закрыто. То есть мы как бы бегать должны, тут рушить нельзя, да? Нет, мы не можем рушить. Ой, я разрушил. Как? Что? Ну он в землю, только не упади там. А, да, все, я нашел. Алло? Алло. Ты жив? Да. А, вон ты нашел. Здесь можно ломать, кстати. Ну здесь только что была золотая пластина. Что за магия? Может, там манка какая-то была сейчас? Да нет. А ты не дальтоник? Нет. Если бы я был дальтоником, то я бы и сейчас видел то, что там она золотая. Ну ладно. Что вдруг пещера? Что пещера? Ну, не знаю. Все равно надо бегать и искать предметы, окей. Ты где? Арк, беги в пещеру. Зайди туда. Там, короче... И чё? Здесь закрыто. Закрыто? А теперь выйди. И чё? А там поупирайся в стенки. Я не понял. В смысле поупираться? Ну, упирайся, чё. А ты вставал на пластину? Да. Не, вот, то есть там будет, типа, два тупика? А, в той пещеру, в тут, что ли? Я-то думал. И чё там? Тебя ТП-шнуло, что ли? Да, я не знаю где. И чё? Мне никуда не топаешь. Теперь другой, теперь пытаюсь выйти. Я меня никуда не топаешь. Ну вот, ворота какие-то, и чё? Ну, заходи туда. Куда туда? Ну, в пещера там. Сходи в саму пещеру. Там будут два тупика, типа. Налево, направо. Да куда ты пошел? А куда мне еще идти, алло? Там две пещеры. Ну. Одна возле дома, а другая там где-то подальше. Вот как раз слева от дома. Пещера, видишь? Смотри, ну, это и есть левая от дома пещера, алло. Вот. Ну, зайди. И чё? Там два тупика, один налево, другой вперед, да? Ну. Зайди влево и там потыкайся в стенку. И ничего не происходит. А теперь в переднюю стенку. И ничего не происходит. А теперь назад, то есть. Не знаю. Зачем тебе сейчас тупаешься к себе? Вышел. Больше меня сюда телепортировало. Господи. И чё? А, вот. Лол. Все, стейдж 1 комплит. О, у нас стейдж 2 открылся. Все, идем. Стейдж 3 еще есть. Да ладно. И чё, мы пройдем карту, что ли? Или нет? Так. Ну, давай дальше пошли. Чё-то какая-то странная карта. По-моему. Ну, очень. Я не пойму вообще, что здесь происходит. Ну. Я упал. И чё? И чё здесь происходит? Не знаю. Блин, а как мне выбраться? Подожди, и чё? А что, нам тоже золотую пластину надо найти? Ну да, здесь везде надо находить золотую пластину. Так, ну смотри. Я не понимаю, как куда здесь... Есть вот... лестница наверх. Серьёзно? Да. А, нет, здесь закрыто. Так, если логически подумать... Какая логика? Марк, а ты видел вот этот справа проход? Где вот сейчас? Ну, вот этот. Я не могу запрыгнуть, алло. А вот все. Вот видел этот проход? Нет. Его здесь не было. Что за магия? Она исчезла. What? Так, сундук заперт. Так, ладно. Так, а ты что-то сделал, наверное? Марк. Чё? Псы. Внизу. О, мазики. А чё внизу? Весело. Блин.
Это, наверное, вряд ли рассчитывал то, что мы это будем спрыгивать вниз. Так, и чё, и мы в тупике. А, тупик? Конечно, тупик. Алло, ты где? А ты подойди к алмазикам. И а чё? Я ходил в тупике и меня тпшит. А меня не тпшит, может это карта на одного? И просто меня не тпшит, нет? Ну, вот она не тпшит. Лол. Ну ок. И два комплита. Всё, стейдж 3. Вот. Зачем? О, в пустыне. Золотые блоки. Чё-то подозрительно, да? Ну давай я обойду пустыню в случае. Это... А ты где? Ты внутри? Смотри, кстати, знаешь, в чём прикол? Здесь разработчик немного не додумал. Там просто остальные уровни видно. Сейчас мне или мне конец. Просто здесь зомби в конце. Я просто зашел там туда, а там зомби. Можно к тебе тпшнуться, потому что меня не тпшит. Да, видишь, я просто сюда зашел вниз, а там зомби. Ну давай теперь ты иди первый. Сюда иди. Окей. Ты иди первый. Окей. И чё? А, ничего. Да меня не тпшит. А меня тпшит. А у меня теперь закрылось только это. А, ну вот хаск. Так он не атакует. Алло. А меня тпшит. Ладно, буду к тебе телепортироваться. Тебя назад что ли тпшнул? Ну да, и там, когда я к нему подхожу, у меня назад тпшит. Окей. О, сундук. Чё в сундуке? Его можно открыть. Я его открыл. И меня назад тпшнул. Так, а ты вот здесь не был, вот здесь не был вообще. Где? Подожди, а чё? Я забирался на пирамиду. Нет, иди сюда. Здесь 4 вещи, там мама сундук. Алло, иди сюда. Китаец. ТП. 4. А во, все, золотая пластина. Всё. Так, стейдж. Это был четвертый, да? Третий. Нам несколько. Да, четвертый. Ну, четвертый. Он. Зима. Зима. Так, и что нам? Так, что у нас в доме? У нас житель, которым можно поторговаться, кстати. А чё, он продаёт? Что, меня подлагают? А у меня... У меня закрылось это. Мы не сможем отсюда выбраться. Чё? Смотри. А хотя не. Знаешь что? Вот так. Не? Там не... А там не помню. Здесь вроде ничего нет. Не, ломать можно. А вот проход. Подожди, а у тебя какой... А ты не мог, по идее, ломать? Тут проход. Марк, иди сюда. Ну просто там проход. Мы, по идее, не должны были выбраться. А чё мы должны были тогда делать? Ну, подожди, типа мы закрыты, да, вот, представим, мы закрыты, да. Ну, нас и чё? Где-то что-то от нас хочет. Вон, смотри, здесь лестница, тут на второй этаж. Отсюда можно выбраться, только другим путем. Ну, да ладно. Иди сюда, вот сюда, вот, у тебя сейчас тпшнет, по идее. Иди первый. Ну, иди. Я буду за тобой смотреть. Что ты меня пинаешь? Да, вот, все. Давай, и прислоняйся к стенам, сейчас тебе тпшнет, по идее. Не совсем, да? Давай посмотрим. Марк, смотри. Лол. Я не понимаю, как это происходит, я при том это не замечаю. Марк. Чё происходит, алло? Я не понимаю, что с этой картой не так. Мы назад вернулись. И чё? Но мы вернулись назад. Типа. Ладно, давай еще раз. Что-то вообще непонятно как-то. Теперь здесь закрыто. Ну попробуй прислониться, может получится. Подожди. Значит, нам куда-то в другое место, наверное, надо идти. Наверное. Ну, смотри, здесь есть лестница. Ага. Золотая пластина. Лол, мы ее не заметили. Правда? Поднимайся. Ну, короче, ТП. Все, теперь идем в стейдж. У меня не пока. Алло? А у меня подвис сервер. Я вижу это. Так, вот у меня не показывает стейдж. Ну, значит, вот этот идем без разницы. Нет, подожди, стой. Извини. Ну, без разницы. У нас корабль. У нас корабль, действительно. Так, и что у нас здесь? Картины. Так. А ты тебя тпшнула. Давай уходим. Так, мы приплыли, наверное. Вон туда надо, наверное. В лесочек. В лесочек. Носочек. Плюс. Боже. Сложно. Ну тут какой-то лабиринт, что ли, или еще что-то. Или мухом по кругу. Не, здесь какой-то лабиринт. Или еще что-то. Ну неспроста, мне кажется, этот лес здесь.
Ясно, понятно, неспроста. Чтобы нас запутать, да? А, мы вообще застряли. А, нет, вот. Ладно, значит, надо куда-нибудь вот туда. Подожди-ка. Что-то я нашел. Я нашел. Я же говорил, что он неспроста здесь. ТП. Меня закрыло. ТП. Ну, типа, ну ладно. Наверное. И чё? И что нам делать? Действительно. Вот. Пуск вниз. Лол. Дверь какая-то. Чё-то мне страшно. Ну давай, я тебе ТПшник сейчас, по идее, проходит. Чё? Наверное, там что-то появилось, мне кажется. Может, отк... мы же назад-то не вернемся. Слушай, давайте забью. Давай тебя забью, лучше ушел. Вообще там ушел сюда, моя территория. Я запутался. Подожди. Тут две двери уже. Тут одна же была? Здесь, смотри, здесь куча проходов. Здесь двери закрывают сразу два прохода. О, тележка. До свидания. Я вообще сквозь карту про... Да я на тележке как бы. Все. Спасибо. Мы выбрались. Чё? О, золотая пластина. Оп. Подожди. Вот стейдж 5. Так, даже мы угадали. Да, стейдж 6. Всё. Библиотека. Библиотека. Кнопка. О. И чё? Понял. Так. Это лагает сервер. Не очень лагает. Очень лагает. Так. Это не то, что у нас в инвентаре много стекла. У меня такого нет. У меня нет никакого стекла. О. У меня есть. Есть. Я нашел. Он кнопка. Так. Что изменилось? У меня тот же самый вопрос. Что изменилось? Нажать еще раз. Пробуй ты нажать. Потому что я не понимаю. Что-нибудь появилось, нет? Вроде нет. Надо как-то наверх забраться, потому что там проход есть вон. Кроме кнопки, у меня больше никаких идей нет. Так. Ну-ка нажми кнопочку. Кнопочку нажми. Угу. Да, нажми кнопочку. Чё? Сейчас. Ну, все. Что изменяется? Мне кажется, там дырка. Здесь ничего нет. Сейчас, минуту я напишу здесь имя. Так. Еще раз можешь кнопку нажать? Старую нет. Что за бред? Здесь как экстровый пол выложено. Подожди, а может они меняются? Может нам что-то надо... Подожди, понаблюдай. Может полы как-то меняются, не? Просто они реально очень странно выглядят. Ну как минимум я вроде не замечаю, чтобы они менялись. Да не, они не меняются, они такими же остаются. Нас запутали, ребят, мы не понимаем. Что делать? В середине что-то меняется. Я вроде... Марк. Лестница. Где? А вот. Понятно, мы слепые. Да ты же меня столкнул, ушел вообще. А я не знаю, что. Да ее вроде здесь не было. И чё? Ну вот именно. Что-то нам дало. Ищи кнопку. Кнопку, точняк. Так, кнопка. А может и слепой, но я не вижу. Ой, я упал. Молодец. Можешь нажать? Может что-нибудь изменится, нет? Да. Да я надоел падать уже. Ну здесь никак не запрыгнуть. Ну это ясно, понятно. Оп. Я даже здесь не падать. Не падать. Я даже здесь не падать. Ну да. Это реально карта какая-то запутанная. Можно. Я совершенно не понимаю, что надо делать. Я могу стекло поставить. Давай. Не
это читерство, по идее. Давай уже как-нибудь выберемся, это нереально, по-моему. Я просто не понимаю, серьезно. Почему там сверху что-то изменяется? Конечно, я может за. Если назад вернуться, то я могу нажать на кнопку. Нажми на кнопку. Но ничего не произошло. Вот в чем прикол. Там вот проход дальше, я насколько понимаю. Ну, какие ваши дальнейшие действия? Да никаких. Не знаю даже, что делать. Ты знаешь, что нам вот здесь? Может, зачитерим? Что зачитерим? Кнопку? Да. Ну, серьезно, я вообще не понимаю. Мне реально уже мозги болят. Че кнопка может где угодно находиться? Ну, тут надо все осматривать. Мне кажется, здесь нет кнопки. Каждый микро. Если вот так вот внимательно прям смотреть... Я лично сейчас смотрю внимательно, вроде бы. Я вижу только эту кнопку. Я вон ту старую вижу. Знаешь что, я хочу кое-что сделать. Это, наверное, нарушу немножко правила. Ну ладно. Да подожди, это, подожди. Blackwooden button 157, 93, минус 10. Минус 10, где-то. Где-то, подожди. Где-то минус 10. Алло. Где-то она поставила вот. Где-то вот рядом поставила на кнопку. Угу. Но мы ее не видим, да? Подожди. 100. Так. 157, 93, минус 10. 157, 93. 3, минус 10. А, вот она! Фу, ты. Как мы ее не заметили? И чё? И чё она сделала? Она тоже что-то делает. Да ладно. Действительно. А как мы её заметили-то? Я не понимаю, это реально какая-то магическая карта. И чё дальше? А и чё она сделала? Где-то кнопка должна быть ещё одна. Ещё одна? А, я понял, что она сделала. Вот ещё одна кнопка. А, вон лестница. Всё, да. Ну, сервак, кстати, реально начал лагать жестоко. Да, я это уже давно заметил. Так, и... Давай, следующий головоломку. Подожди, там... Это, дальше идти надо. Да, здесь котел, ведьма. О май гош. Бронька. А чё? И чё случилось? Смотри, вода появилась. Вода появилась в котле, здесь её не было. Почему? Вот выйти, заходить. Алло, мне кто-то тпшнуло. А у меня близнец меня вообще куда-то скинуло. То же самое. Мы вообще где-то в пустоте. О май гош. Меня убивают. То же самое. Давай подождем. Вот, вот она что-то правильно делала. Как бы не должны, по идее, были. Ну все, я на спальне появился, и чё? Опять? Стой. Подожди, стой. Не должно быть такого. Ну-ка. Походили. Чё за бред, реально? Не, а чё куда-то тпшнул, алё? А, это ну всё, тебе это ладно. Стейдж один комплект. Теперь второго нет, это, стейдж 3, стейдж 2 недоступен. Подожди. Короче, мы шли в нём, реально, это чё-то вообще как-то странно. Значит, ты знаешь, что у меня есть идея? У меня же остались координаты, так ведь. Я тпшнулся, смотри. Я тпшнулся. И чё? Так, короче, мы нашли там комнату, да? Да, еще оно очень сильно забагалось. Я надеюсь, стейдж... Сколько здесь стейджев? 10. А, ну ладно. Ага. Прям нереально лаги начались. Плюс, я это уже... Кстати, если это мелкий зомби появился, и исчез. Ну да, окей, чё? И вон, что-то каменная пластина. Почему вот? Вон туда. Вон, видишь? Как-то попал. Алло, вон туда как-то надо.
запрыгнуть. А, или вон. Вон, алё, здесь появилось. Смотри. А, во. Боже, не помню, реально лаги. Да, я согласен, я уже заметил, что здесь лаги. Ты мог перезайти? Да не, а вот я понял. Сюда надо идти, чё? Ам, и что? Мы попали в тупик. Блин, я упал. А, и попал в другое место. Ладно, и побежал дальше. А, ну значит, там не надо было. А, край мира. Навряд ли мне надо было сюда. Там кто-то упал сейчас, лол. Ну-ка, уходи. Ты чё дерёшься? Да ты у меня лагаешь, я тебя ударить-то нормально не могу. А. Ты мне тпшишься прям. Плюс. А, вот я не должен был сюда попасть. Типа, ладно, давай. Да боже, за чё за лаги? Я упал. И зря. Кстати говоря. Ну давай. Смотри, мы приходим сюда. Здесь тупик, правильно? Правильно. Угу. Походили, походили, побежали обратно. Прибежали. Побежали обратно. Бежим обратно. И. А, вон золотая пластина. А где? Вон. А. Мой сервак, алё. Да, плюс. Давай перезайдём. Может, это прям нереально. Ты, Марк. Угу. Давай перезайдём. Стой, здесь какая-то секретка. Ой. А, чё мне подкинуло? Ну, тебе эффект прыжка дает, я пошел. Угу. Вот это будет сложно. Почему? Кнопку нажал, и чё? Ничего произошло. Не знаю. Так, какая-то библиотека подозрительная. Здесь картина гигантская. Кстати, у меня прыгучесть тут. Ну, я знаю, да, но он сейчас заберется сейчас. Как-то все. Железные пластины, чё-то. А, не знаю. О, а, мне тупо шло. Самое начало. А вон, золотая пластина, лол. Ам. Это изи что-то было. А я зашел в спальню, походил и все. Не знаю, что это лагает-то. Не знаю, пошли в девятый. Угу, здесь у нас какой-то гигант. А это разве девятый? Да. Нет, это там был девятый. А-а-а. Серьезно? Ой. О, круто. Угу. Типа паутинки. Да, еще здесь через эту паутинку нельзя пройти им. Очень круто. Почему? А потому что здесь барьер. Угу. Значит, кнопку надо искать. Ну, походили мы по паутинке. И чё? И что нам это дало? Ничего. Здесь пройдем. Да. Пришли. И нихуя. Угу. Так, да. Вот. Я могу на гриб запрыгнуть. Перепрыгнуть через барьер. А я могу пустить это. Динамит. Угу. Я пустил динамит, там что-то взорвалось. Ну и все равно барьер. А вот все. Все, можно идти дальше. Там просто что-то бомбануло. Здесь рычаг, и я получу урон от чего-то. Оп. Нажимаем на рычаг. Обманул у нас очаг. И чё? Не знаю. Давай нажмем на факел. Оп. Нажали. А ты у меня в воздухе завис. Да ты у меня тоже зависаешь постоянно. Зависимый. Вот. А, вот. Да, вот все, золотой пластин. Ну все, последний, десятый. Подожди меня. Она мне подлагала и не. Все, последний. Оп. О, понятно. Заходим в первый попавшийся дом. Ой, я немного застрял. Походи. А, нет, тпшнулся, у меня тпшнулось. А походили по кругу, ничего не произошло. Походили по второму кругу. А ты завис.
Ну, я в курсе уже. Зимой. Ну, здесь дырка есть, но я пока не хочу туда прыгать. Я вдруг упрыгнул, кстати, в одну. Ну, я прыгнул и все. Остановилось все. О! Меня куда-то тпшнуло, у меня все прозрачное. Сервер завис полностью. Он то же самое. А, нет, вот все. Все, по идее. Или нет? Антон стоит. Ну, типа все, мы прошли. Ну да, все. Короче, все, мы прошли карту с вами был Марк и. Отсталый. Вот completed. Все, ну все, с вами был Марк и я. И Денчик, всем до свидания.